наконец-то они туда объяснили. Ну, он там объяснял сейчас, в принципе, ничего там не сможем. Вчера уже сделано. Стал, да. Пиздит. Работал, да, здесь? Да. Работал здесь? Ну, конечно. А, ну, типа, Александр сказал, водитель новый не знает, как так. Ну, вот я здесь последнюю неделю и работал, вот где стоит у нас вот вышка, я там постоянно стоял с этими парнями, которые вот тут что-то взялись. Вот ты к ним постоянно подходил. Ты над ними рулишь, что ли? А? Ими руководишь? Ну, типа... Здесь как раз я и работал, здесь работал, там работал. У нас был 820. Я тут локацию завода хреново знаю, еще, поэтому, может, Саша сказал. Ну, я так понимаю, мы не налево, да, сейчас? Тебе это придется задом сейчас. Ну, вот сейчас вот это прогоняем вперед. Ага. Либо сюда как-нибудь, и потом... Туда, короче, за эту арму. Да, 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 до концу, потом тебе задом придется туда ехать. Еще не вопрос, да. Или поместишься так? А, ну что, мы и так проедем, наверное. Проедем туда, вот сейчас я ребята скажу, что убрали там кабель, мабель. Вот, начинаем работать. Думаю, поеду. Все, давай, задом все. Салам алейкум, как дела? А, бобр блогер, салам алейкум. Как дела? А, не трогай, а, руками. Кран ел мусалага сегодня? Короче, потом продолжаем.